Вечером я жму курок, пока молчит, не рвется вверх и не дрожит по руках. Бегут, им трудно, повезло, ведь это же надо. Как назло, наверное, им сейчас помог Аллах. Патронов нет и нет огня, теперь к земле прижмут меня. А это что, мой взвод у Арика? Прикрытие хоть на 5 минут, а там борты к нам подойдут, и будет легче, легче, а пока... Я бы смог заткнуть им глотки, жалко кончились 200-ки. Второй номер 100 шагах ползет с быком. Давай, братан. И за ним идет охота, словно чувствует там кто-то, что патроны кончились в моем быком. Ползи, родимый, хорошо, осталось и мало, но еще я знаю, как тяжело сейчас. Теперь, когда прицельно бьют, но если струсишь, пропадут ребята, что поддержки ждут от нас. Добрался, лента как змея скользит, из вещмешка звеня, патрон в патронник и затвор вперед. И смотрит он на дувал прицел свою, отыскивая цель, и как живой приклад отдачи бьет. Вот теперь мы проверим, у кого покрепче нервы. Там, наверное, забыли обо мне. Вот теперь пойдет работа, шутки плохи с пулеметом. Кто не верит, убедится на себе. Второй уходкой на бортах подходит основной десант. Горбатые зашли на боевой. И рвутся нурсы, пыль дувал, вот кто-то встал и побежал в халате и знакомую челмой. Пусть помогает им Аллах в чужой стране, в чужих горах. Пусть я не бог, но мой ПК колдун. Не в наслаждении война, но если тут идет она, то смерть врага не ставится в вину. Здесь совсем другие мерки, жизнь соседствует со смертью. Ну а если ты остался невредим, это лучшая награда, и другая нам не надо. Пусть без ордена, но лучше быть живым. Мелькают снова две челмы в моем прицеле, только им помочь не в силах даже Магомед. И рвется пулемет из рук, и странно, больше не ведут. Сегодня повезло на жизнь тебе. Махнул рукою, замкал взвод, настал черед идти вперед. Здесь просто никуда не отступить. Опорный пункт, окопы дождь, штурмует наш десантный взвод. Обычные ребята из ДШ. Пусть не знали, но так знайте, воевали мы в десанте. Пограничном это неизвестно вам. Шла обычная работа от полета до полета, а рабочим местом был Афганистан. Шла обычная работа от полета до полета, а рабочим местом был Афганистан.